Ты аккуратненько взлетаешь опять. Ты же сможешь взлететь опять? Я постараюсь. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы будем проходить в компании Half-Life 1 вместе с товарищем Хиггсом. Одновременно. Угу. Ну, откройся. Васи улетает, да? Я все же возьму броню. Нет. Может, ты тоже возьмешь? Ну давай. Бери. Беру. А Гоголь подойдет? Подойдет. Подождем. Давай, работай, хреновина. Включайся. Вот заработало. Это русские перезарядки. Ничего не работает без того, чтобы бить сверху. Да ёпарсы ты, меня, я застрял в коллизиях. No, I was gonna die. Ну хорошо, что это только скрип, а не реальное. Убийственный объект. Ну мне пробило все равно, у меня 50 брони осталось. Да? А, ну у меня тоже чуть-чуть есть. Так, я... Да, ты тоже там уже. Неужели? Ну, I'm going in. Помнишь, такая игра была? Надо в коопе играть на восьмерых. Да точно пройдем. Так, главное не брать сейчас эту штуку. Она нам еще пригодится. Один из нас, скорее всего, не выживет. Ставлю 80 на 20. Да блин, что ж такое, не могу. Ай-ай-ай-ай, что ж ты делаешь? Ты тоже что ли разбился? А нет. Да ёлки-палки, а. Так, ну значит я сейчас пойду за этой штукой. А ну, ты потом там... следующий подберешь. Ты подожди, знаешь, сразу не... Как у меня там хитро получилось, что... я подождал чуть-чуть, и где-то на второй, на третий залет поехал. И она меня снесло и как-то вынесло, наверное. Может быть, в этом фишка, что надо чуть подождать, что она разгонится, и как-то, типа, между этими залезть. А вон, кстати, фонка. Антировочка моя. Да. Я просто, знаешь, почему предлагаю идти мне? Потому что у тебя же как бы запись. Негоже смотреть на записи от третьего лица. Рестартую просто. Уже который раз. Так, где там этот зомби? Так, я даже гранаты брать. Гранаты. Че, возьми, вдруг вылетишь. А, у тебя... Блин, извини. Не, пистолеты нет, да. А я так понимаю, что с каждым этим... Тут такой скрипт сделан, что, типа, на твою смерть ты сбрасываешь оружие, и потом ты... Игра думает, что, как бы, у тебя этого оружия уже нет, поэтому она тебе возрождается... Ну, с пустым этим слотом. Я так думаю. Давай. Стой. Вот теперь. Нет, не получилось, да?
Ну, меня подкинуло, а потом сбило и вниз выкинуло. Я подождал, да, меня наверх затянуло самого. Я не залазил. Ну, сейчас будет еще одна. Ага. Ну да, сейчас будет еще одна. Главное не лохануться. Мы все болеем за тебя. Мы все. Главное, прыжок веры, чтобы получился. Да блин. Вот прям же. Ума палата. Так, кто здесь прыгает? Тут еще для этой... Для коопа нужно было сделать, чтобы эти фейсхаггеры на лицо прыгали, знаешь, как... Ну, точнее, нет, от крабы, как фейсхаггеры бы действовали. Так, вроде включили все. Ну что? Для момент для трус. Да, моментус прекрасный. Ну, в принципе, этих драконов не так сложно проходить уже, когда назад возвращаешься, да? Вот этого убиваешь только, который в твою сторону смотрит. Решил по хардкору. Отлично. Ну. Так, сейчас провалится. Степаны гандболом, а ты болеешь за зенит. Но у тебя всегда стоит. Так. Сейчас я вернусь. И ура! Он вернулся. А я без дробовика, понятно. Ты его где-то там уронил и оставил. Так, я пошел вниз. Давай, я пока тут потолкаю. Тут все равно этот лифт никому не... Ой, точно, нас же было толкать. Ну ладно, я попробую сейчас тогда. Я пока потолкаю, да. Так у нас шансов больше. Да-да. Эй. Это называется командная игра, да? Да. Так, где эта тварь? Собака, блин, а? Бешеная. Один ящик толкает, а другой там монстров убивает. Жизнь несправедлива. Всё, вдох. Это радует. Грузчик, грузчик, парень работящий. Вид нюклер, ты там походу растворился, да? Да, я, блин, упал в эту дрянь, это просто, да, не знаю как. Это было очень обидно. Ну чё, заново? Да нет, давай уже там, там осталось всего ничего. Так, наверное, рестарта-то не будет уже для тебя. Ну давай, это самое, да пройди, я, монстра я убил. Хилсу ты можешь докачать. Это вызвать надо просто.
Тут просто надо беречься этот, чтобы тележка тебя не убила. Ну, она-то вот вылазишь на ту сторону, и она там в одну и в другую сторону. Вот. Собственно, да. Вот здесь вот этот момент мне что-то как-то так сбил. Собака. А вот, вот здесь вот. Теперь с другой стороны. Да, и можно обратно просто влезть. Ничего страшного. Тут... Так. Да просто по... А куда мне теперь? Да, обратно надо было на лестницу и вниз. То есть я в ловушке. Ну, вон по проводам выходи. По проводам выходи. Которые вытянулись. Ага. Да не те. Они под напряжением. Я-то про другие говорил. Вот про те, которые вытянулись. Они под напряжением. А их тоже надо было сразу же. Ох, 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 ох. Осторожно, куда ты лезешь? А, нормально. Все, быстро, 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 быстро. Ты спаситель этой игры. Отцепись от лестницы, я не хочу на пробел нажимать. Отцепись. Ох, все, ладно. Я думал, сейчас как отпрыгнет туда. Ох, уж эти старые механики, да? Ой, блин, у тебя... 14% здоровья. Ну, там есть. Аптечка. Да. Ну что, тебе надо обратно на лестницу забираться. Ну, забирается так прикольно, просто вверх плывет. Да. Только звук. Вот, да, вот на это. А! Нет! Твою мать. А что дальше-то? Вот сюда вот, направо, да-да-да, вот сюда и вниз. Там будет аптечка. Отлично, а если бы у меня было здоровье чуть-чуть? Ну, поэтому тут и сделали, что там внизу здоровье, и здесь, наверху. Понял, понял. Правда, в сингле там только одинарного значения это. Ну что, теперь у тебя ультра-челлендж подняться наверх? Да вон там вот. Перепрыгнуть обратно. Бля, побуха. Ну это легко. У меня жизнь не готовила. Ох, красавчик. Да. Там в сторону надо кидать, чтобы они реагировали на шум, типа. Да, и беги сразу же. Да, и сразу же готов следующую там гранатку. Там по одной хватало бы. Сейчас ты просто разбросаешь весь... Да а залезай я... ты, а! Другой. Твою мать! Ай-яй-яй! Ящик грёбаный! Отпустите меня! Да я просто... Так, теперь лестница предательская. А! Я чуть не упал. Нет, туда не надо. А тут осторожно, тут осторожно. Сдохните. Ура, мы это делали. Ну, жалко, это тут сделал. Нельзя Rock and Stone прокричать. Фор Атома. Блин. Ну жаль, что мы не вдвоем, ну ё-моё.
Можно вылезти, нет? Ладно, нельзя. Не забудь револьвер взять. Ты упал, что ли? Нет, я уже это прошел. Собака, блин, дай мне вылезти. Я плыли дальше. Так, надо было плыть, ёкарный бабай, я сейчас сдохну. Вперед, да? Да. Подожди, я что, я вентиль, что ли, не докрутил? Да, я не докрутил. Докрутишь? Докручу, докручу. Еще раз. Да. Отлично. Ничего себе, я тут... Меня тут кокнуло. Ой, блин, я все патроны взял, сорян. Прожарка. Вот, возьмешь здесь патроны, вон лежат, а то я туда забрал. Да. Мы же, кстати, можем хилить друг друга бесконечно. Это да. Но как ты захилишь друг друга? Когда ты уже... Ай-яй! Приятно. А вот теперь можно и захилить. Подожди. Всё, спасибо. Тим, кто там? Взорвем бочки. Сейчас. Хитро.
Это знаменитое место. Да, тут аптечка есть. Ага. Это ты там такой. Нет, там ничего не было. Так, аптечка нужна. Вот это? Не подлечишь чуть-чуть, а то у меня вообще правильно. 9%. Сейчас. Спасибо. А, вот аптечка, кстати. Сюда получается пол генератор, да? Да, вниз. Там немножечко. Ты уже внизу. Ты живой? Да. Респаун есть, можно говоря. Я не буду. Ай, блин, я взял чай. Че, не включаю пока? Power. Power включаю? Включаю, да. Мне к тебе бит. Китом. Нам, по-моему, надо назад к этому возвращаться, да? Да. Блин, вентилятор должен быть. Эта штука. Да. Крайне забавная. Куда я лучше, я? Бориска. Хочу Бориску нарисовать. Да.
всего. Там опточка, кстати, была внизу. Да и тут тоже точки есть. Ай-яй-яй-яй. Major fracture detected. Я прям сразу так. Тут еще, кстати, Valve был один, мы пропустили. Только я не помню. А мы, по-моему, нажимали его, да? Да. Крутили уже. Это Дунгай, что ли? Нет, и сейчас этот паренек в кожаной куртке и в штанах в очках Гарри Поттера. You can get the power on. That train will take us straight to the surface. I would try it myself. The long way down to the generator room. And there's in the way. Борис, Космо, Иван. А точнее, Иван, Космо... Чё, как его там звали, я забыл. Space Bike. Да-да-да. Так, мы вниз сходили. Правильно? Правильно. Угу. А, мы отсюда пришли. Так, энергию мы включили. Надо там теперь, по-моему, вагонетку, что ли, двинуть. Да, нужно вагонетку двинуть, но можно его загнать на электростанцию и там его сжечь нахер. Его с другой стороны. Так, а вагонетка не работает. Равно она не едет. Это что за место такое? А это мы отсюда свалились. Сейчас я его отвлеку. Давай, давай, иди за мной, иди, иди. Hey, follow me. Вагонетка заработала, да. А, и там надо повернуть сейчас. А у меня здоровья маловато. Ой-ой-ой, тут еще током бьется эта херня. Ну да, теперь она бьется током. Нет, тебе не надо было. Не надо было? Немножко по-другому делалось. Иди за мной, красавчик. Иди, иди, красавец. Красавец. Здорово, я здесь. Точное электричество тут уже пробило.
дно, точнее, это самое. Ага. Скорость маленькая. Здорово. Приблизительно понял, куда надо идти, так что сейчас разберусь. Можно закрыть двери? Нет, нельзя. Гоняем тележки 24 часа, смотреть онлайн. Все так, все так. Так, тележка на низком старте. Я крюк отодвинул. О, короче. О, ты там. Да. Так, нам сюда, правильно? Ломар. Ёб твою мать, ты что творишь? Ты что такое? Я там такое. Да когда надо, он прыгает куда-то не туда. Угу. Бывает. Пойду
Или не пойду? Ой, пойду ли я? А, тележка это в эту сторону. Так, я разбил эти. Стой, ай. Просто это не хотелось бы, ну ладно. О, подожди, ты взял уже? Нет. А у меня все сломалось, и она поехала вниз. Окей, я ее сломал. Лифт внизу. А что случилось? Блин, если я пойду там... А, я понял. Ты просто сюда вниз, так, спустись. Через... Блин, нет. Я надеюсь, сейчас скрипт сработает. Ай, ладно, черт. Блин, тут неудачно. Неудачно этот самый поставили. Там своя война. Господи, ты меня испугал. Я уж собрался прыгать. Куда ты прыгаешь, касатик? Так, что у нас тут? Что интересного? О! Так, мне нужна помощь. Я бы с радостью, но я снизу. Сейчас попробую к тебе пробраться наверх. Да, нормально. Ты где? О-о-о. Там, где перестрелка спецназовца была? Да, вот. Пулемет где? А вот. Аптечка есть. Супер, блин. Понять бы где. Наверное, наверху. Сейчас я поднимусь. Ну, сейчас будет наверху, да. Что-то они оружие не скидывают. О! А, это ты, блин. Здорово. Лечи меня. Ага, спасибо. И патроны. В таких коробках тоже что-то может быть. Тут вот патроны от револьвера, я одни взял уже. Угу, спасибо. Muchas gracias. О, секретка.
Там вроде ничего особенного не было, только подобраться из-под низу. Вот здесь вот. А, да, вон там аптечечка лежит и какие-то. C4, C4. Ага. Еще одна аптечка. Эх, сразу вспоминаются времена Counter-Strike 1.6, 1.5. QS Mansion, блин, карта. Так, ты меня не убей, то. Да, я уже стоит тормозить, думаю, на углу стоять лучше не надо. Левел шенч. Че, мы прошли, получается, С7? Ну надо ракету тогда добить. Или ты уже все? Нет, я не тороплюсь. Блин, я все патроны собрал. Да, нормально. У меня есть. Спасибо. Ух, ёпарас это. О, я помню этот момент. Так, а я помню, как его убить. Угу. О, а тут эти. Это там тупик за ними, да. Сейчас патроны на пистолет будут. Подожди, сейчас вот еще чуть-чуть и сейчас будут. Ну, давай. Походу не в этой версии игры. Не, он уже умирал уже в прошлый раз тут. Все. Нужны патроны на пистолет. Ну это не только на пистолет. Да. А у тебя есть МП5? У меня нету. У меня была. Сейчас уже нет. А что дальше ты куда? Ну, вот за эти закрытые двери. Блин. Вниз, да? Угу. О, тут вот сохранил. Нам поменяли тележку. Да ёб твою мать, зачем я ее взял, а? Ага. Я ее, главное, не увидел, просто заскочил и сразу взял. Бывает. А, тут эти пушки. Ты еще бываешь там? Там еще одна. Я ее задел, она обиделась. Я, наверное, все забрал. Нет.
Рифрим. О, сейчас тут будут эти стрельба из... Ну вот, точно, из гранатометов. Ложись. Ай, блин. Сейчас чуть в лицо не прилетело. Птичка? Вон там. Не нужна. Ага. Мне главное там не под это самое. Главное тебя на углу не прижать с тележкой. Да. Это всякое бывает. Ну. Давай, проезжай. По-моему, будет кто-то. Там справа другая тележка. Что это за тележка? Ну, нам туда. Или это наша тележка? Ну, сейчас мы поменяем, она будет наша. Все просто. На той, получается, смысла дальше ехать уже нету, да? Ой, здесь дальше это... уже закрыто, да. Здесь знак. Блин. Как бы его не взять так вот случайно. Не взял. По краешку, да, прошел? Тут дефенс. Так, что у нас такое? Этот звук, я так смотрю, как будто, знаешь, как будто оттуда, там кто-то еще подзаряжается. Типа, кто здесь вообще? Ой, ёкарм, давай. А тут, блин, какой-то чё? Чувак пытался подбомбить этот туннель и даже взорвал эти детонаторы. Но я параллельно пошел. Чисто. А-а-а. Вот. Ну и, наверное, в сингле это бы убило. Но тут как-то так. Так, не а я добез... тебя жду, потому что здесь сейчас командная работа будет. А, да, эти. Ты где? Что там дальше, да? А я вот тут. Мячик убит. А я на рельсах. Потанцевал. Ну, у меня есть задний ход. И куда ты поедешь? А кто и? Ну да.
Я достану тебя из Вальгалы. Нет. Тут уже 80 девственниц кружат вокруг меня. А нет, это не та Вальгала. Я все-таки цивилизованно пройду, а то там... Прошу, за руль, командир. Поехали. Что у меня осталось? Наши поезда, самые поездатые поезда среди всех поездов. Пользуйтесь. Ай, я понимаю. О, аптечка. Вот, блин, умереть. Здесь в 2 минутах ходьбы от аптечки — это обидно. По-моему, мы дальше этого места еще не проходили. Не, проходили, проходили. Проходили? Да, там выйти и ракету надо отправить в космос. Еще мне помнится, что был... Ай. Еще мне помнится, что был второй этот самый. Да. Второй гранатомет. Вот здесь, наверное. Вот здесь, помнишь. Это место. Подожди. Т-4. А, да. Не зря здесь С4 лежат. А чё не вышел? Не захотел? Да все, я уже там базу вставил, куда ты бросаешь. Ну давай, 3, 2, 1. Давай. Вот тут еще одна. Еще одна. О. О, значок. О, мне подствольник дали. Угу. Главное не упасть вниз. Хрена жахнула. Можно меня, пожалуйста, это самое? Того этого. А ты не того. На мне меч снесло всю броню, и осталось 19 хп или сколько там. Ага. Застрял. Прикинь, да. Что это было? Ой. Ну, здрасте.
Ой-ой-ой, вот и ракеты прилетели. Зараза. Продолжай путь, гордый воин. Обрыв дальше. Вовремя ты слез. Интересно, ее можно уронить туда? По-моему, нет. А, вот сейчас я появлюсь точно. Сзади, 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 сзади. Какие-то разговоры странные. А, я помню, тут стрелять по нам будут. Там пулемет. Все. Убил. Отлично. Прикольно, что из радиостанции разбитой вылетает диск CD-шный. О, это твой выход. Ой. Здесь сохранялка зачем-то. Осторожно обходим. Что ты там делаешь? Тут снайпера стреляет. Да и хрен с ними. Да. Походу их не убьешь. Ебаться-то. Меня главное предупредил, а я все равно взял и забежал. Ух ты! Ни хрена себе! Они еще из подствольника хреначат. Ага. Ты живой? Да. Всякий случай. Тут какие-то динамиты. Эксплозив. Стрельнуть. А нет, это местная загадка. Ёкарный. А, подожди, подожди. Мы на этом, вот на этом мы закончили прошлое прохождение. Если заденешь вот эти штуки. Да. Будет эксплозив. Только я не понял, почему там я... Так, кому? А вот динамит наверху.
Так, а вот этот ящик не заденет? Ты как пролез? А я вот... Нет, я через верх. Ты есть... хитро придумал. И потом здесь вот, по краешку. А я лучше так не смогу. Ну вот. Вот не получилось. Надо себе, ура. Мне просто нравится ящики двигать. Бывает. Будешь делать. Да, тут еще как-то поменяли логику. Так, ладно, я запускаю ракету. Так, это где? Пульт управления. Здесь вот. Поехали. Так что, булава? СС-18. Ну, почти. Ярко как. Мне говорили на сварку, и яркие вещи смотреть нельзя. Лучше бы я смотрел на сварку, да? Зачем я это увидел? Лучше бы я смотрел на сварку. О! Да не пройти. Пулемет там стоит. Я так полагаю, нам назад? Каким же путем, походу? А кто? Так, это я тут сыкую. Эта миссия нам далась. Да, ну где там уже эти? Хватит нам рельсов. Где мои каньоны родные? А сейчас вот эта херня у нас катапультирует, по-моему, да? Да-да-да, куда-то в непонятное место. Там, по-моему, рыбка будет плавать. Че, мы готовы? Да. Подожди, подожди. А тут никуда залететь нельзя будет, я не помню. Она нас в воду шмальнет. Пока лететь будем. А если я не с тобой не поеду, то что будет? Я смогу спрыгнуть? И на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки. Вам приятно, мне полезно. Обязательно заходите в описании. Там наши дискорд-сервера Кооператив Дружба и Homeworld Russian Fleet. Обязательно заглядывайте. А мы увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Все, пока.